Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома 2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На поляне состоялся мужской приход. Правда, вместо двух парней пришел только один по имени Георгий. Ему приглянулась Катя Гужвинская, и по словам Кати, он очень симпатичный и интересный парень. Костя Иванов отмечает на поляне свой день рождения. Он пишет: «Я как Карлсон в самом расцвете сил. Я бодр и готов к новому». Алексу Гулиеву сделали операцию, и теперь ему предстоит длительное лечение. Как вы помните, между ним и Федей Стрелковым состоялась шуточная потасовка, которая закончилась госпитализацией Алекса. Алекс пишет: «Все хорошо, мне частично удалили мениск на левом колене. В понедельник я уже планирую вернуться на поляну, ведь я безумно соскучился. А Руслана, кстати, так и не решилась приехать ко мне в больницу и навестить меня. Жаль». Но и без Русланы Мишиной Алекс не скучает, он наслаждается обществом неизвестной девушки. Это его близкая приятельница, она не просто навестила Гулиева в больнице, но и привезла ему вкусной еды. Список участников, которые в ближайшее время отправятся на Сейшелы, пополнился. Помимо Глеба Жемчугова, Вики Романец и Семена Фролова, на острова также отправятся две пары. Это Костя Иванов и Саша Гозиас, а также Денис Козлович и Алена Юдина. Руслана Мишина тоже мечтает о Сейшелах. Она пишет: «Сейчас на острове соберется отличная компания, в которой не придется скучать. Как же я хочу с ними полететь, вот если бы вместо Дениса и Алены». Полететь на Сейшелы она мечтает с Алексом Гулиевым, с которым, несмотря на все прошлые ссоры, она часто созванивается и списывается. Ссора Эллы Сухановой и Игоря Трегубенко продолжается. Как вы помните, они поругались из-за того, что Элла приревновала своего парня к Елене Босс, хотя причин для ревности абсолютно не было. Теперь Элла признается, что ей без Игоря плохо. Она пишет: «Я сделаю все, чтобы быть счастливой. Я поняла, что иногда с тобой мне плохо, но без тебя еще хуже». Федя Стрелков прекратил всяческое общение с Кристиной Лисковец и даже заблокировал ее в соцсетях, чтобы она не могла писать ему сообщения. А Лисковец грустит, несмотря на то, что она на Сейшелах и в паре с Тимуром Гарафутдиновым. Она пишет: «Мы живем в одном из самых красивых мест на Земле, но даже эта красота не заполняет пустоту в душе». Вика Романец и Андрей Черкасов, которые подрались и поскандалили, на следующий день заключили перемирие. Мы напомним вам причину этой драки. Вика была слегка навеселе после девичника у Эллы Сухановой. Она зашла в комнату к Черкасову в тот момент, когда ему новенькая тата делала массаж. Она стала их обливать кремом, оскорблять, пыталась снять трусы с Черкасова, и Андрей дал ей оплеуху. Как говорит Андрей, ему пришлось это сделать, другого выхода просто не было. Ну и теперь Андрей сказал, чтобы она не приближалась к нему на расстоянии 2 метра, никаких переписок, звонков, просьб, ничего больше, он знать ее не хочет. Но даже несмотря на это, Вика при всех заявила, что она будет доводить любую девушку, которая приблизится к Андрею. На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!